Эта благотворительная акция в Московском районе берет свое начало еще с периода лета, когда активно шла работа по сбору канцелярии и книг. Участие в проекте могли принять все неравнодушные. Теперь, когда наборы сформированы, самое время доставить их тем, кто в такой помощи особенно нуждается. В Московском районе города Бреста проживает более 3300 многодетных семей. Многие из этих семей нуждаются в социальной поддержке. Ежегодно совместно с Московским районным комитетом общественной организации БРСМ мы проводим уже ставшую традиционной благотворительную акцию «Снова в школу», направленную на подготовку детей из многодетных семей к началу учебного года. Мы помогаем всем тем, кто в этом нуждается. Это могут быть и многодетные, и неполные семьи, дома семейного типа. И поэтому здесь действительно, кому необходима помощь, туда мы и приходим. Большим удовольствием. Поэтому это очень хорошая акция, теплая, и мы благодарим всех тех, кто на нее откликнулся и помог нам собрать деток в школу, кому эта действительно помощь была необходима. Каждый день специалисты территориального центра социального обслуживания населения и представители БРСМ совершают по несколько рейсов. В семье Жумариных 7 ребят, большая часть из которых уже школьники. Подарков, книг, тетради, канцелярии, блокнотов и игрушек мальчики и девочки ждали, как ждали и простого общения, слов внимания, поддержки и заботы. Теперь идти в школу будет еще веселее и интереснее. Хочу сказать огромное спасибо, потому что вы нам привезли очень много раскрасок, книжки. Главная задача совместного благотворительного проекта – помочь тем, кто в этом нуждается, как материально, так и морально. Именно поэтому, уже переступив порог, гости с подарками становились настоящими друзьями. Вместе с ребятами они общались, рисовали, играли. Искренние эмоции и добрый живой диалог станут для участников акции еще одним поводом для того, чтобы меньше думать о проблемах, а больше радоваться и жить в моменте.